телефоне Всемирной службы NHK World Japan. Мы предлагаем свое вещание на русском языке на коротких и средних волнах через спутник и в интернете. Подробно о времени и частотах нашего вещания вы можете узнать на веб-сайте nhk.jp/russian. Приглашаем послушать наши программы. В эфире радио Японии, Всемирная служба NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого коротко о главном. 3 недели спустя после землетрясения на полуострове Ното сохранение здоровья пострадавших остается задачей, требующей решения. По данным органов здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 25 тысяч. По сообщению средств массовой информации Украины, украинские дроны нанесли удар по российскому газовому терминалу. А теперь обо всем более подробно. Более 15 тысяч человек продолжают находиться в убежищах в префектуре Ишикава 3 недели спустя после мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в первый день Нового года. В префектуре Ишикава были зарегистрированы толчки максимальной интенсивности 7 по японской сейсмической шкале от 0 до 7. Власти префектуры подтвердили гибель 232 человек. Еще 22 по-прежнему числятся пропавшими без вести. По состоянию на 2 часа дня в воскресенье было подтверждено, что землетрясение повреждены более 34 тысяч жилых домов и других зданий. Более 49 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без водопроводной воды, поскольку землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. Некоторые общины были отрезаны от внешнего мира из-за разрушившихся или блокированных дорог в результате землетрясения. Теперь, как полагают, таких изолированных мест не осталось. Но ряду этих общин еще нужна помощь из-за плохого состояния дорог. По состоянию на 2 часа дня в воскресенье 15656 человек находились в убежищах. И ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. В некоторых центрах эвакуации распространяются инфекционные заболевания. Эвакуированным очень нужна помощь для того, чтобы сохранить их здоровье. Власти префектуры Ишикава установили трейлер в эвакуационном центре, чтобы владельцы домашних животных, пострадавшие от мощного землетрясения в первый день Нового года, могли быть рядом со своими питомцами. Данный шаг предпринят в ответ на тревогу за здоровье владельцев собак и кошек, которые вынуждены оставаться со своими питомцами в машинах или домах, потому что не могут взять их с собой в эвакуационные центры. Власти префектуры установили трейлер у спортивного центра в городе Канадзава, который используется в качестве эвакуационного центра для беременных женщин и пожилых людей. Внутри трейлера установлены клетки, и эвакуированные владельцы собак или кошек могут пользоваться этим местом бесплатно. Здесь также имеются корм для домашних животных и дезинфицирующие средства. Сразу после открытия учреждения в воскресенье сюда пришел мужчина со своей собакой. Он сказал, что собака член его семьи, и они спали вместе в машине. Синоптики предупреждают, что жителям районов, сильно пострадавших от землетрясения на полуострове Ното 1 января, следует продолжать остерегаться возможного схода оползней. Согласно прогнозам, начиная со вторника ожидается приток самых холодных воздушных масс в текущем сезоне. Они принесут обильные снегопады на побережье Японского моря вплоть до вечера четверга. За 24 часа по вечер вторника в районах вдоль гор в префектуре Ниигата и регионе Хокурику ожидается выпадение от 20 до 40 сантиметров снега. В низколежащих районах префектуры Ниигата снега выпадет от 10 до 20 сантиметров. А на равнинах в префектуре Ишикава и других префектурах региона Хокурику от 5 до 10 сантиметров.
Метеорологическое управление Японии приняло остерегаться возможных сбоев в работе транспорта из-за скопления снега, а также обледенения дорог. Власти также рекомендуют жителям остерегаться схода снежных лавин и образования снежного наста. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили, что число подтвержденных смертей в этом палестинском анклаве с начала конфликта между Израилем и группировкой Хамас превысило 25 тысяч человек. Стремясь сокрушить Хамас, израильские вооруженные силы продолжают наносить авиаудары, проводить наземные наступательные операции в городе Хан-Юнис на юге, а также в других частях сектора. В опубликованном в воскресенье заявлении органов здравоохранения говорится, что за последние 24 часа были убиты 178 человек. Тем самым общее число погибших увеличилось до 25105. Международная группа по оказанию помощи Save the Children сообщила, опираясь на данные властей сектора, что более 10 тысяч из числа погибших составляют дети. Учитывая рост числа жертв среди гражданского населения, США и арабские государства заявили о необходимости для Израиля и Палестины достижения мира путем сосуществования двух государств. Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил в социальных сетях в субботу, что он не пойдет на компромисс в отношении полного контроля Израиля над сектором Газа. По словам Нетаньяху, это противоречит палестинскому государству. Согласно сообщениям, одна из украинских спецслужб нанесла удар дронами по объекту газовой компании в российском порту на Балтийском море. В воскресенье губернатор Ленинградской области на северо-западе России сообщил о пожаре, который произошел на этом объекте крупной частной российской газовой компании «Новатек». По сообщению российского средства массовой информации, по данным объекта ударили двумя дронами. Одно из украинских СМИ привело слова источников о том, что служба безопасности Украины провела успешную ночную атаку дронами на газовый терминал в Ленинградской области. Источники добавили, что этот удар прерывает логистическую топливную цепочку, крайне важную для российских вооруженных сил. Между тем, пророссийский лидер Донецкой области Денис Пушилин в воскресенье сообщил, что в результате одного из украинских ударов по городу Донецку были убиты 25 человек и еще 20 получили ранения. Министерство иностранных дел России в одном из своих заявлений отметило, что данный удар был нанесен оружием, которое поставил Запад. Министерство назвало этот удар актом терроризма и призвало все страны и международные организации осудить его. Японский дирижер запустил краудфандинговую кампанию, чтобы дать возможность украинскому оркестру провести концерт в его родной стране. Он надеется, что это позволит людям больше узнать об Украине, где продолжается российское вторжение. Йосида Хирофуми начал эту кампанию в понедельник на прошлом неделе. С 2021 года он является главным приглашенным дирижером Одесского национального академического театра оперы и балета на юге Украины. Йосида захотел осуществить этот проект после того, как он дирижировал во время исполнения оперы в театре в сентябре 2023 года, чтобы воодушевить людей в Украине через музыку. Кампания продлится до конца следующего месяца с целью собрать 30 миллионов йен или около 200 тысяч долларов. Пожертвования будут использованы для покрытия транспортных расходов около 80 участников оркестра, аренды концертной площадки и других расходов, связанных с проектом. Кандидат на участие в выборах президента Соединенных Штатов Америки Рон ДеСантис заявил, что он останавливает свою кампанию по выдвижению от республиканской партии. ДеСантис, который является губернатором штата Флорида, объявил об этом в видеоролике, размещенном в одной из социальных сетей в воскресенье. Он поддержал выдвижение кандидатом от республиканцев бывшего президента Дональда Трампа. ДеСантиса считали одним из главных соперников Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев. Однако ему не удалось добиться расширения поддержки кандидатуры. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK Japan.